Всем привет! Представляю вашему вниманию небольшую подборочку опалов. Отбирали мы долго и тщательно. Из где-то 500-600 камней отобрали вот совсем немножко. На мой взгляд, они все великолепные, прекрасные, никаких изъянов не вижу. Специально постарались отобрать разного цвета, разной яркости, от совсем ярких до таких бледненьких, нежных, потому что вкусы у людей бывают разные. Отбирали по качеству. Поэтому так получилось, что вот довольно много у нас каплевидной формы опалов. Это не говорит ни о чем. Просто в данный момент они были ярче и лучше, чем, допустим, овальные. Но овальные тоже там присутствуют. Внимание! Опалы эфиопские. В Эфиопии изначально добывают опалы светлые, то есть белые, желтоватые, немножко оливкового оттенка. Вот те, которые черные, они обработаны кислотой. Это общепринятая обработка для эфиопских опалов, она навсегда. То есть этот эффект никогда не слетает, не улетучивается, не исчезает никуда. Опалы от этого хуже не становятся, они не развалятся. Это попытка сымитировать, то есть подогнать эфиопский белый опал под внешний вид австралийских. Да, несомненно, австралийские лучше и круче, но они стоят десятки тысяч долларов и сотни тысяч долларов. Поэтому, например, я вот пока не готов выкладывать 60-70 тысяч долларов за красивый черный австралийский опал, я себе прикупил вот такой тоже черненький. Мне он даже очень нравится. Да, он обработан кислотой, но за такие деньги это нормально совершенно. То есть это не считается обманом или фейком, если об этом я вам сообщаю. Да, плюс это не имитация, это не подделка, это не заливка стеклом и т.д. и т.п. Так, с этим разобрались. Дальше. Это опалы как раз из той самой партии, которую мы купили у канадца, канадского дедули, который купил много-много лет назад, что-то лет 30 или 40 назад в Эфиопии. То есть камни в порядке, все проверены, на каждый камень я сделаю сертификат и доставка в любую страну мира. Что нужно сделать, чтобы купить? Нужно посмотреть номер. Посмотрите, обратите внимание, все камни пронумерованы. Нужно посмотреть номер. Под видео закреплен WhatsApp. Номер WhatsApp. Нужно написать этот номер WhatsApp. Там же цены по списку посмотрите, да, в описании под видео. То есть нужно посмотреть номер, нужно посмотреть описание камня с ценой. Если вас все устраивает, нужно по указанному WhatsApp обратиться ко мне и написать, что я хочу номер такой-то. И потом уже нужно будет скидывать денежку каким-то удобным способом. У всех способы удобные разные. По прошлому опыту скажу вам, что в прошлый раз, когда я выложил такую подборку, ее разобрали в течение нескольких часов. Поэтому, если вам действительно камень нравится, поспешите. Если он уже куплен, я могу взять у вас предоплату и подобрать подобный. Ну, он будет чуть-чуть другой, но примерно стиль там. Если это оливковый, 10 карат, ну, подберем вам оливковый примерно 10 карат. Так, вроде все, включаем музычку. Любуйтесь, даже если не хотите покупать ничего совершенно. Это очень полезно для нервной системы. Любоваться красотой и слушать приятную музычку. Всем всего хорошего, берегите себя, всем здоровья.